тогда? Макароны, мама. Макароны, мама? Да. А еще кто? Бали. Кока-коле, Бали. Это и вот. Я себе вчера наконец-то сделала ногти, и я, девочки, за столько лет давно не встречала, что ногти наращивают на типсах. Это, короче говоря, мне сделали типсы, сколько продержится, не знаю. Но цвет мне очень нравится, особенно. Что, мои дорогие? Я лежу, мне делают КТГ. Прошла самая ужасная процедура. Это клизма. В общем говоря, вот так вот все это сейчас проходит. Я в родовом отделении. Вот. Буду с вами на связи. Мне вот даже не верится, если честно. Сегодня я стану мамой. Успевайте любить детей. Очень быстро они растут. Согревайте душой своей, своих маленьких нежных чуд. Ограждайте их от невзгод. Не скупитесь на нежность и ласку. Незаметно из года в год продлевайте детскую сказку. Обнимайте детей своих и почаще целуйте в теме. Чтобы выучить вместе стих, постарайтесь выкроить время. Успевайте любить детей. Находите одну тональность, ведь они смысл жизни всей. Ангелы здесь больше не живут. Ангелы, верю, все простят и все. Футболочки помяты. Жду тебя всегда между четвертым и пятым. Это десерт. Так, ну что, мои дорогие, я знаю, что вы ждете от меня информацию. Мне бы очень хотелось вам сказать, что все, я уже пошла рожать, но нет, потому что мне дали еще целых 2 дня для того, чтобы мы с малышом, видимо, это обдумали. Кстати, сейчас мне, я не знаю, откуда эти очки появляются постоянно. Мне еще позвонили с клиники и сказали, что... Так, у нас тут запасы, сахар, кусковой. Рассыпчатого в магазинах больше нет, поэтому сразу взяли 3 пачки. Мама пришла с магазина, сказала, что все, капут, да, мам? Сахара нету, соли нету. Что такое? Ударился? Да. Ну, Бодя, ты же крутой капитан. Ты не должен плакать. Вы хотите положить, когда меня вызовите? Да. Папа. Памперсы такие же, как и в обычных упаковках, в обычных магазинах. Даже этот запах, знаете, памперсов. Ни с чем не спутаешь. Мягенькие, не жесткие. Собственно, линия все так же есть. 96 штук, еще раз повторюсь, в упаковочке.
автономия достаточно большая. Отвечаю на самый главный вопрос, точнее, самый популярный вопрос. На кого похож сын? Сын – копия папы. Вот прям один в один. Вот. Прям вот когда вы увидите, вы поймете, о чем я говорю. Господи, я так хочу ему показать, он такой сладкий. Сам себе визажист, сам себе стилист. У меня сегодня выписка, у меня с малышом. Поэтому мы идем домой. Всем доброе утро. Смотрите, сколько дома у меня красоты после вчерашней выписки. Сколько букетов. Это мне сыночек подарил. Корзиночку маленькую с цветочками. Красота. Ты Ляле принес игрушечку? Скажи, Ляля, бай. Ляля, бай. Колыбельную включили, все. Скажи, братик, засыпай. В общем, проветриваем комнату. У нас вот такое яичко, которое мы поставили на кухню. Помните, еще Бодя в нем лежал. Кличка не показывай нам. Папа с сыном. Настало время для молокоотсоса. У меня малыш днем спит, поэтому у меня грудь сильно набухает. А молоко вчера пришло. А нацедила я почти 100 миллилитров. Но это с одной груди. Поэтому все, пришло время для малыша. Хотите нас поздравить, у нас первая прогулочка. Идем вокруг дома, я говорю, любимый, помнишь, с пузиком вот недавно тут ходили. Ну сейчас с пузиком, только поменьше. Почти нет. На данный момент вес мой, сейчас вам покажу, короче, в сторис, чтобы вы мне поверили. Я с первого дня ношу послеродовый бандаж. Те, кто говорит, что его нельзя носить, все это фигня, потому что даже мой гинеколог сказал, спокойно одевай и носи. Вот, поэтому животик послеродовой у меня уходит очень быстро с этим бандажом. А так, в принципе, я думаю, что через месяц уже мои 55 килограмм вернутся. Да, Поди, дай мама посмотрит, сколько она весит. Ну что? Итого... 68 800, это еще телефон в руках, где-то минус, ну, 68 500. Я попросил показать фигуру в полный рост, вот, собственно говоря, как я выгляжу после родов, это еще у меня 68 килограмм, это еще мне надо сбросить 11 килограмм для моего идеала. А вообще муж говорит, что ему нравится, когда я вот в такой форме, чуть-чуть. Пухляш, но при этом уже без животика. Это просто дикая любовь к этим яичкам, которые надо выращивать в воде. В этот раз нам попался какой-то обезьян-мен. Покажи. Меня не станет. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Secret when you take time to notice. Big love happens in the small moments. Big love happens in the small Слушайте, а мне удалось поспать полчаса, мне сыночек дал это сделать, и это на самом деле идеально, я себя чувствую намного энергичнее. Я по итогу сейчас собираюсь, иду в аптеку, потому что нам сегодня педиатр выписал симитикон, вот этот сам симитикон. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он... Раз, вес у нас был 68 800. Смотрим, сколько спустя 3 дня. Так, 67 700. Это с учетом того, что телефон. Одежда... Ой, куколка! Папу, давай соси. Маму все высосал уже. Вот, пусть папа дает. Чтобы у папы чего я бы дал. Спину моему маленькому сладенькому.
пушка. 1, 2, 3. 15 часов на север. Я готов атаковать позиции врага. 1, 2, 3. Недавно было 11 градусов тепла, а утром проснулись, и все в снегу. И еще идет снег. Мы думали, весна пришла. Кормить спокойно можно, не является это противопоказанием, потому что импланты ставятся под молочную железу, но, честно, лучше делать грудь после родов, потому что она настолько тяжелая с имплантами, с молоком, что очень трудно на самом деле ее найти. Смотрите, какая вкуснотища у нас сегодня будет на завтрак. Точнее, на обед. Я еще не ела ничего. Это ПП хачапури. Я не знаю, как вам объяснить. Я с базы заказала подгузников. Вот у меня, смотрите, целый просто стоит чемодан. Как это назвать? Я заказала там разные. Поставщики там тоже разные. Поэтому некоторые вот в таких пакетиках идут. Ну, Мони, самый популярный подгузник, я заказала самую большую упаковку. Вот у меня подгузники с базы. То есть у меня тут целый арсенал запаса, вот. И я могу сказать, что мы пользовались уже всеми. Я уже буду тысячу раз думать, прежде чем заказывать что-то из кафе. Короче, 2 часа ночи я проснулась, дикой боли в животе. Я страшно отравилась этой дурацкой рыбой, которую я вчера заказала, дорадо, которая стоит еще больше 1500 рублей. По итогу пришлось вызвать скорую, потому что мама сказала, отравление рыбы – это очень-очень плохо, потому что у меня не тошнило, мне хотелось блевать, я хотела в туалет, и мне покрутил живот так, что я не могла просто выпить. На улице вернулась настоящая зима. Мы с малышом вышли прогуляться в парк. Идет снежок. Снова все замело. Красиво, но зато тепло. На! Чупа-чупсовый мальчик. Давайте попробуем ее. Че там, палочка сулугуни? Малина! Малина? Да! Ты, ветряночник, покажи ручку, дай я посмотрю. У нас уже почти все засохло, новых высыпаний нету с козы. Мама! Но у нас все карантин. Вова, кофе! Вава? Да. Да ты весь вон зеленочный. Как мы будем это все отмывать? Хочу туда, где нас будет трое. Я, ты и море. Я, ты и море. Я так хочу туда, где нас будет трое. Я, ты... Сказал, что им нравится такое каре у меня. Мне кажется, оно мне ужасно старит. Мне кажется, я как будто бы 35-летняя какая-то женщина выгляжу с этим каре. Многие из вас спрашивают, какую диету я соблюдаю. Я не соблюдаю диету. Я не сижу на какой-то определенной изнуряющей прям диете, которая исключает какие-то продукты. У меня на столе всегда есть печенька Любятова, либо юбилейная масса ревности Богдана. Вы знаете, я очень сильно переживала на эту тему. Я очень много читала этих, как их, господи, форумов в интернете перед родами. И у нас сейчас, дай бог, все замечательно. Мы это все делаем в игровой форме. Допустим, пойдем вместе, сынок, покупаем малыша, пойдем вместе покормим, пойдем вместе спать и ложим. Бонни делает с удовольствием это все. И он прекрасно понимает, что это его братик младший. Вот, правда, называет его Ляля. Абракадабра! Бум! Так, ну что, у нас есть свет, можете нас поздравить. Почему я так радуюсь? Потому что, честно, я уже собирала сумку, и я думала, что мы будем сегодня ночевать в гостинице. Мы уже написали папе, чтобы он приезжал после работы. Смотрите, какие классные сосочки я купила в детском мире. I love daddy, I love mommy. Такие яркие, сразу взяла, увидела.
Класс! Я даже не видела такой фирмы, если честно, первый раз ее прям заметила. Baby, продажет, Марго робит тет-а-тет, в сердце выстрел рикошет. Мой амур маньяк, черт, ей нужен бодигард, мне нужен еще ноль на карте. У мамы сегодня выходной. Сегодня папочка дома наш. Включает музычку малышу, качает его, приучает к музыкальному вкусу. А мама сегодня может... Грибочек мой маленький такой, грибочек! Три недели назад вот эти штанишки на мне были идеально просто. Помните, я их еще покупала с пузиком. А теперь все, даже уже резиночка не спасает, и они с меня падают. А похудение приятный процесс, но вот то, что меняет целый гардероб, потом приходится... Вот так вот. Себе сегодня сделала реснички, пробки. Теперь настало время для моего... парня. Короче, на самом деле, я так безумно рада, что я сегодня все успела, потому что теперь можно не тратить время на косметику. Вот я сейчас без косметики вообще. У меня просто сделано ламинирование и покраска бровей, реснички, и все, собственно. Это просто замечательно. Месяц почти, как я стала мамой. Как время так быстро бежит? Я вот вообще понять этого не могу. У меня уже сынок почти держится в голову. Так мама не успеет оглянуться, как вас в школу поведет. Ну, я вам расскажу, потому что запросики у меня уже обновились директно насчет базы. База функционирует, также все работает, доставка, цены не поднялись. Цены остались такими же, как были до всей этой глобальной ситуации в нашей стране. Поэтому база все так же работает. Мы, кстати говоря, на днях поедем лично туда к поставщикам, некоторым нам нужно будет по работе. А так база работает, вещи для дома, подгузники для детей, она постоянно обновляется, обновляются поставщики, обновляются товары. Просто этот Алло стал любимчиком. Мы вот так вот слушаем музыку. О, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Себя я подсадила Татьяну Владимировну тоже на ПП. У нас тут каждый день готовится, мама чуть не сбила. Каждый день готовятся вкусняшки. Мам, котлетки. Мам, что за котлетки, расскажи. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Да, либо ездим только в таком вот состоянии. Один гном, второй спит. Вот. Наши дети вырастут скоро, и опустеет солнечный город. Ночи в тишине, погасив огни. Это не твои, да? Мам, я так пойду. Так пойдешь. Расскажи, а что ты здесь делал? Это кто? Ой, какая красота! Сандер очень хочет, тем более мы только вчера с ним об этом говорили. Это только моя инициатива, что я думаю, потому что я дедушке когда-то пообещала, что у меня сын будет Савкин. А так, когда у тебя есть единственный папа, который тебя растит, почему бы, ну, я тоже считаю, что одна фамилия, это намного...